большой привет! Сегодня у нас обзор распаковки посылки с Faberlic. Вот такой у нас каталог, 12 уже. Он с 21 августа действует по 10 сентября. Вот такой вот каталог. Сзади у нас акция для новых покупателей. В подарок на первый заказ 500 рублей. Здесь как получить, все написано. Можете вот на паузу нажать, кому будет интересно. Такой интересный тоже каталожик. Много очень новинок. Сейчас мы с вами начнем обзорчик того, что я заказала в этом заказе. И сначала давайте покажу вам новинки, которые появились в прошлом каталоге, которые мы сразу же заказали. Во-первых, это вот такой вот репейный бальзам «Сила волос». Взяла я его на пробу, будем пробовать. Также вот такой шампунь из новинок. Медовый шампунь, взяла две упаковки питания. Очень он мне понравился, решил я попробовать. Мы брали такой шампунь с крапивой и, по-моему, еще какой-то. Нам понравился, очень классный. Здесь у нас 380 миллилитров. Вот такой вот шампунь. Еще из новинок вот такая зубная паста тоже у них появилась, двойной кальций. Такая вот интересная мягкая упаковка. В общем, будем пробовать. Первый раз взяли, новиночка. И вот такое жидкое мыло из новинок у них тоже появилось. По-моему, раньше оно было, потом пропало. Сейчас опять, в общем, много разных вкусов, ароматов. Мы взяли вот такой вот черничный. Также, что из новинок. Ну, это, конечно, не новинка, но я беру это в первый раз. Вот такая вот маска, морожка называется. Маска для волос. Так. Питательная маска для сухих и ломких волос. Так как волосы окрашены, решила взять вот такую вот маску для сухих волос. Вот, будем пробовать обязательно. Взяли два вот таких вот геля для душа. Была хорошая акция. На них берешь два. Один выходит, по-моему, 175 рублей. А так он стоит 200, ну 250 где-то. Здесь 400 миллилитров. Хороший гель для душа. Мы часто такой берем. Вот взяли «Василек» и «Шиповник». Очень классный гель для душа, нам нравится. У нас очень быстро уходит в семье шампуни. Для душа очень быстро расходуются, поэтому берем сразу по многу. И вот такой вот с облепихой. Тоже такой уже брали. В общем, по акции взяла сразу два. Вот такой еще гель для душа взяли. В прошлый раз такой же, по-моему, брали. Хороший, понравился. Это у меня, значит, мицеллярная вода. И это тоник для лица. Тоже все позаканчивалось, вся уходовая косметика. В общем, докупили. Два мыла вот таких вот для кухни. Это у нас аромат кофе, а это у нас аромат яблока. В общем, вот такие всегда беру. Нравится, в общем, всегда на кухне у меня такое мыло есть. Стандартно два вот таких вот бальзама для волос. Один взяла маме, а другой, в общем, останется нам. Это у нас бальзам восстановления уход. Тоже с медом. Мед и шиповник. У нас бальзам яркость и шелковистость. Это для окрашенных волос. Тоже взяли, решили попробовать. По-моему, такой мы не пробовали. В общем, уже не помню. Запуталась, много всего беру на Faberlic, поэтому уже не помню, какие точно брала. Дальше вот такой вот дезодорант. Спрей антиперспирант взяли. Тоже не брали такой еще именно вот в спрее. В общем, попробуем. Дальше освежитель воздуха. Вот такой вот. Чайное дерево и эвкалипт. Тоже хватает его надолго. Этот спрей водный. Это спрей на водной основе, то есть он не оставляет каких-то следов. Очень нам нравится и хватает его прям, ну, надолго. На несколько месяцев точно упаковки хватает. В общем, взяла вот такой вот с маслом чайного дерева эвкалипт. Таком, по-моему, еще не брали. В основном беру какой-нибудь цветочный, морской. Ну, в общем, вот такой решила попробовать. Дальше, как стандартная краска для волос. В прошлый раз брала, тоже мне не понравилось. Получился прям сильно темный цвет, почти как черный. Взяла, в общем, другой. То мне не понравилось, взяла какой-то был он, так сказать, ну, сильно красноватый для меня, да. А в этот раз брала темноватый, наоборот, получился цвет. Взяла вот такой вот шоколад. 405. По-моему, я всегда его брала раньше. Потом он вроде пропал, сейчас опять появился. Вот, подкрашиваю корни. Вот такой краска для волос, где-то раз... Две недели я, наверное, подкрашиваю корни. Ну, бывает и чаще, когда как получается. И себе взяла вот такой вот совершенно недорогой бюджетный гель для умывания. Просто у меня тот гель уже закончился. Взяла вот такой вот, гель для умывания. 150 миллилитров от Ботаники.
сельком и гранатом. В общем, вот такой вот взяла. А, еще вот здесь вот, как стандартно у меня девчонки берут тушь. И как она называется? Подводка. И здесь у нас пробник один. Пробнички духов приходят вот так вот в коробочке. Вот, 40 рублей стоит вот такой вот пробничек. Удобно сумочку бросить. Вот, и пользоваться. Вот. Вот такой у нас вот был заказик. Каталог я вам показала. Вот такой вот он, 12-й уже. Уже 12-й в этом году. Ссылочку вам оставлю для регистрации. Вы по ссылочке переходите и регистрируйтесь в Фаберлик и будете заказывать продукцию. Не обязательно становиться консультантом, как-то распространять косметику. Нет, вы можете просто зарегистрироваться и заказывать для себя. Выбираете удобный для вас пункт выдачи, либо через почту, как вам удобнее, и просто для себя заказываете. Какого-то минимального, ну, минимальной суммы заказа здесь нет. То есть вы можете заказать там, не знаю, один шампунь, да, и вам его привезут. Вот, кстати, вот эта вот новинка, зубная паста, по-моему, да, она. Да, вот такую я взяла, двойной кальций. Еще у них есть вот такая, вот алтайский прополис. Прополис, мне, кстати, нравится паста. Я брала другую, не такую, тоже с прополисом. Очень классно, мне нравится. Вот такой земляничный гель для душа, липовый цвет гель для душа. Такой мы брали, нам нравился очень. Ну, много здесь всего интересного такого. Вот такой, кстати, крем для ног я брала. Показывала вам, наверное, заказы 2 назад. Очень классно пахнет. Мне прям понравился он. Вот такой, вот именно вот такого голубого цвета. Крем для ног. Очень крутой. Здесь у них еще есть для рук. И вот линейка для ног. Так, показываю. Для рук и для ног. В общем, вот. Много всего интересненького здесь на Фаберлик. Также есть одежда различная для дома. Всякие штуки. Вот. Одежда. Для стирки. Кстати, хотела в прошлый раз купить для стирки не капсулы, а какие-то ароматические для стирки что-то было, но написано было, что нету в наличии, не было на данный момент, когда я хотела заказать. В общем, если вы помните, в прошлый раз я вам показывала, там были листы для стирки, их почему-то не было, мне нужно было срочно заказать, их почему-то не было в наличии, наверное, здесь нету или нету, здесь что-то и нету в этом. А вот они, наверное, да, вот, вот такой я хотела заказать. Это у нас называется аромагранулы для тканей. Но их почему-то не было в наличии. Вот их всего 3. Так, не очень удобно здесь сейчас вот так. Их всего 3 аромата. Но вот не получилось у меня заказать. Их не было их в наличии. Ну, в общем, на следующий раз закажу. Если будут, конечно, в наличии. Мне хотелось попробовать именно вот эти вот ароматические гранулы для стирки. Как-то вот такие вот листы для стирки я посмотрела. Ну, как-то не знаю я. Пока не знаю. Написано «Замена стирального порошка в удобном формате». Пока не решилась брать вот такие вот листы, я вот такой вот ароматизатор бы попробовала. Ну ладно, в следующий раз. Здесь нам обещают свежесть до 12 недель. Конечно, вещи стираются намного чаще, да, чем через 12 недель. То есть, особенно летом, да, поносил и сразу стирать обязательно. Нужно вещи, которые с улицы приходишь. Посуда, кстати, новая здесь появилась у них. В общем, хороший, классный каталог. Ссылку вам оставлю вот внизу, вот здесь вот. Посмотрите в описании, заходите, прямо по ней переходите. И все, регистрируйтесь, там свое имя, фамилия, и выбираете пункт выдачи. И все, и можете заказывать, можете смотреть каталог онлайн. Я всегда смотрю онлайн, мне удобнее смотреть онлайн. Вот. Ну и также при каждом заказике вам вот приходит каталог. Следующий уже новый. Вот. На сегодня все, и всем пока-пока.